Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Расстались с девушкой месяц назад. Мне кажется, что нужно возобновить отношения, ибо чувствую, что это на эмоциях, она инициатор. Ну, в любом случае, даже если это на эмоциях, если она инициатор, вот, то все равно у этого, ну, очевидно, есть какие-то причины, да, то есть, ну, девушка не стала бы с вами оставаться, да, а эмоции ее не дали бы такого эффекта, да, если бы, грубо говоря, не было бы каких-то, ну, проблем, да, и так далее. Вот. А поскольку очевидно, что какие-то проблемы есть, вот, ну вот, во взаимоотношениях с девушкой, вот, то, ну, у нее вот и эмоции сыграли, и она, соответственно, приняла решение с вами расстаться. Даже если это решение было на эмоциях, ну, все равно это решение. И как бы нужно решать проблемы. Нужно решать проблемы в отношениях, ну, вам, вот, чтобы таких эмоций не возникало у девочки, вот. И, соответственно, если, ну, если вы принимаете решение о том, чтобы, ну, вот, сойтись, да, если вы принимаете решение о том, что, вот, ну, там, чтобы опять быть вместе, вот, что проблемы, которые вот у вас, ну, проблемы, которые у вас есть, да, вот эти проблемы, их, ну, их нужно в общем и целом решать как-то, вот. И, ну, наверное, стараться не использовать такую, значит, ну, такую, то есть, ну, терминологию, да, вот, как, значит, то, что вот она на эмоциях там что-то сделала и так далее. Ну, может быть, на эмоциях, может быть, нет, а то, что человеку вот что-то не нравится, да, ну, к сожалению, это вот, ну, это факт. Вот. И, ну, соответственно, вот как раз, на мой взгляд, да, вот вам, ну, нужно немножко, как я думаю, просто немножко серьезнее относиться к тому, что пытается, значит, транслировать вам девушка. Вот, да, может быть, действительно, там она не хотела
Расставаться, может быть, действительно это решение, вот, расставание принято ей на эмоциях, она не хочет, но вот причины-то здесь, они ключевой фактор, вот. А иначе просто, ну да, вы сойдетесь, например. Опять вы сойдетесь, вот, а проблемы, если их не решать, они просто вот о себе, ну, дадут знать, вот, и вы опять, условно говоря, расстанетесь. Вот. И в этом смысле, ну, я вообще думаю, что прежде чем сходиться, вам с девушкой, имеет смысл вот сначала в себе разобраться. Увидеть, какой вы, ну, сами внесли вклад, да, в то, что произошло. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго.